Второй год в лицее 33 Комсомольска коллектив учителей иностранных языков ставит необычные театрализованные постановки. Мюзиклы и небольшие спектакли, в которых юные актеры исполняют роли на английском, немецком и французском языках. На мюзикле побывала Анна Тютюник. На сцене актового зала царская семья Романовых. Гости лицея окунулись в исторические события России начала 20 века. Революция 1917 года. Свержение царя Николая II. Особенность постановки – английский язык. The princess on stage will help us to become rich. Will be rich. The princess on stage and life for death. Театральную студию в лицее 33 создали в прошлом году учителя английского и немецкого языков. Душа требовала чего-то креативного и творческого, хотели выйти за рамки обычного урока. Начинали с небольших каких-то постановок, был и колобок на разных языках, на четырех: немецкий, французский, русский, английский, короткометражный более, День благодарения тоже на английском, уже с историческим уклоном. Ну и решили, что нужно сделать что-то такое более глобальное. Авторы идеи решили попробовать жанр мюзикл, в котором помимо театрализованной постановки есть песни и танцы. Вальс «Анастасия» послужил толчком для данной постановки. В основе мюзикла – легенда о выжившей дочери императора Николая II. За нее себя выдавали разные женщины. История о семье и любви. Для некоторых это первый опыт выхода на сцену. Меня зацепила особенно первая сцена, когда я с Данилом, Владимиром выходили с крестьянами и представляли, что есть такая принцесса Анастасия, жива она или нет. Участвовать в постановках, по словам самих актеров, интересно и познавательно. А состав труппы из учеников разных классов позволил найти новых друзей. Также это всесторонний опыт. Лично я вливалась в разные роли, и строгого революционера, и такой парижанки, которая кокетничает, ходит, улыбается. И очень огромный опыт я получила также и английского языка. Сегодня это школьная постановка, но увлеченность может перерасти во что-то большее и, возможно, станет профессией юных актеров. Мне нравится вливаться в роль в каких-то персонажей и переживать моменты, как будто я тот самый человек. И моменты, конечно же, лучшие и незабываемые. За это небольшое время дети и учителя сплотились и стали командой. Ученики поддерживают задумки своих наставников, обсуждают идеи будущих постановок. Одна из них уже в разработке. Это произведение французского автора с глубоким смыслом. Анна Тютюник, Елизавета Глинкина для выпуска новостей.